С новой женой на церемонию, включавшую угощение, танцы и фейерверк, скидывались все жители. Держи баллон.
ребенком, блядь. Да иди ты нахер, блядь. Рома. О, у нас унитаз выпал в коробку. Правильно, ни хера. И глядя на группу товарищей в другом конце вагона, как это было? Это было в контексте литературы. Да, у вас то было. Надеть ее? Поехали, не знаю. Она не надевала бюстгальтер. И что, мы никогда не пропустим. Так что узнал слово «разлетающий», да? Сидели, блядь, тогда, он мне рассказал хуйню. Я тупорал. А вон они как раз. Слушатели, старше 16 лет. Это может не они, хуя себе, нихуя, блядь, придурок, блядь, сейчас еще выебат, смотри, этот автомобиль меня устраивает по всем параметрам, у меня есть загородный дом, и добраться зимой до дома был бы проблем, хуй выебут, блядь, дурак нахуй, блядь, Sorento, я таких проблем не испытываю, я считаю, что автомобиль Kia Sorento один из самых хороших, привлекательных в своем классе по цене и качеству, отдельно хочу поблагодарить менеджера Андрея в автосалоне БТР Мотор на Новикова прибыла. Премьера на ТНТ. Я эскулап. Да и мелкий бог врачевания. Мне очень больно создавать то, что я могу спасти много страждущих, а спасаю мало. А чё, книга, всё меньше припады. Интерны. Новый сезон. Сегодня. В 20.30. Ебало бы тебе разбить, урода, блядь. Сука. Я тебе хрестю, tegen die motten aanslaan, schoon te krijgen. Bij ons? Nee, bij je euro steeds wel. Echt? Tot bloed is toe. Kankermogel. Kan ik niet rijden ook? Kerel! Kankermogel! Maak een foto van die roze. Нет. М646 ВК. Q42. Чему ебаный? Блять, как? Запиши.